Итак, друзья, что мы везем с собой на дачу, что хранится у нас на даче? Это, разумеется, книги, радиоприемник или какой-нибудь старый музыкальный центр, чтобы слушать музыку, когда мы работаем на грядках. Далее, здесь у нас компьютер. Ну, кто-то берет, кто-то не берет. Вообще такую бандуру брать с собой не очень удобно. Антенна для телевизора, собственно, сам телевизор, фотоаппарат, пульт от телевизора, пульт от фотоаппарата, мышка. Все это, мне кажется, уже прошлый век. Каменный век, друзья мои, есть гораздо более приятное и более мобильное устройство. А именно, друзья, это вот этот потрясающий планшетный компьютер, изумительный планшетный компьютер, аккуратный, стильный, тонкий, очень приятный планшетный компьютер с безупречным качеством изображения, с отличным дисплеем, с максимальной скоростью. Мне лично он очень нравится. Итак, друзья, сразу же хочу сказать, у нас не один цвет, не только красный, у нас их несколько, друзья. Итак, какие цвета есть? У нас есть и салатовый, и, собственно, красный, у нас есть и черный, и голубой. Выбирай себе любой, любой цвет, который вам больше нравится, выбирайте, друзья. Мобильный интернет, две сим-карты, слот для карты памяти, все самое необходимое здесь есть, иначе бы я вам об этом не рассказывал дальше. Смотрите, вот он. В такой стильной, в такой современной инновационной упаковке находится наш планшет. Открываем, смотрим, как здесь все устроено, как он выглядит. Здесь, кстати, как раз-таки синий цвет. Достаем его отсюда. Вот, взгляните. Хорош, не правда ли, да? Мне лично он очень нравится. Также хочу обратить ваше внимание, что с помощью вот этого переходника, который я достал отсюда, то есть он идет в комплекте, вы можете подключить к этому планшетному компьютеру обычную USB-флешку. Самую обыкновенную USB-флешку можно подключить к этому планшетному компьютеру. Спросите меня, как? Я вам показываю, друзья мои. Смотрите. Вот сюда можно подключить USB-флешку. Это же разъем USB специальный для того, чтобы подключать USB-флешку, а потом пользоваться как обычным компьютером, друзья мои. Итак, сразу же хочу обратить внимание, что вы получаете огромное количество подарков. Какие подарки? Вот такие вот чехлы. Причем цвет вы выбираете сами. Не только цвет планшета, но еще и цвет чехла вы выбираете. Есть красный, есть фиолетовый, есть черный. Выбирайте цвет, который вам больше нравится, который вам больше по душе. Да, давайте посмотрим еще. Вот у нас красный есть под рукой, друзья мои. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Вот, например, к красному планшету я выбираю красный чехол. Смотрите, как это работает. Оп! Здесь такие пластиковые крючки. Пластиковые крючки, они безопасны для корпуса планшета, друзья мои. А дальше еще и они фиксируют очень надежно. Видите? И я вижу. Итак, друзья мои, посмотрите, что может быть с нашим потрясающим чехлом. Здесь у нас магнит. Здесь вот это не кнопка, это магнит. Все, здесь надежно все закрыто, спрятано, защищено. Но если мы хотим посмотреть, например, фильм любимый, без проблем можем это сделать, потому что наш чехол превращается в подставку. Вот так вот это все выглядит, по-моему, очень здорово, друзья мои. Звоните и заказывайте роскошный, удивительный, качественный, современный планшетный, многофункциональный компьютер, друзья мои. Звоните и заказывайте. Прямо сейчас вы можете позвонить. Звонок из любого региона нашей страны абсолютно бесплатный. Также обращаю ваше внимание на то, что никакого аванса, никакой предоплаты вносить ни в коем случае не нужно. Вы платите за свою покупку только по факту, только в вашем почтовом отделении, в вашем населенном пункте, когда этот планшет уже до вас доберется, друзья мои. Звоните, заказывайте и пользуйтесь на здоровье этим удивительным многофункциональным планшетным компьютером для всей семьи. Смотрите, семья Оли Грядуновой выбирает для себя именно этот планшетный компьютер. Им он очень сильно нравится. Дети играют, дети учатся с помощью этого планшетного компьютера. Кстати, сын Оленьки закончил единственный в классе мальчик на все пятерки. В том числе благодаря этому планшетному компьютеру. Здесь у нас огромное количество различных книг, которые мы читаем. Здесь у нас компьютер старый, здесь радиоприемник, благодаря которому мы слушаем музыку на даче, когда готовим, когда выполняем свои дела повседневные, друзья мои. И здесь же у нас маленький, тонюсенький планшетный компьютер, который легко и просто заменит. Знаете, что он заменит? Заменит нам телевизор. Вот этот огромный, тяжеленный, я его даже поднимать не буду, тяжеленный телевизор легко и просто. Посмотрите, как здорово. Посмотрите, это прямой телевизионный эфир, друзья мои, абсолютно правда.
Какой канал, спросите вы меня? Сейчас покажу, сейчас я вам докажу. Смотрите, это «Играй, гармонь, любимая». Это первый канал, друзья мои. Можно выбрать любой канал, их тут огромное количество. Любой канал, который вам больше нравится. Огромное количество федеральных и региональных каналов. Так что не отказывайте себе в удовольствии посмотреть матч любимой команды, посмотреть какую-нибудь трансляцию, посмотреть сериал, посмотреть какой-нибудь фильм приятный. Все, что угодно, друзья, вам доступен прямой телевизионный эфир. Подумайте, что легче и проще взять с собой. Вот эту огромную штуку, этот ящик огромный, или вот этот тонкий, стильный, аккуратный планшетный компьютер, который показывает прямой телевизионный эфир. Итак, друзья, звоните и заказывайте прямо сейчас современный, мощный, качественный, надежный планшетный компьютер. Еще раз настаиваю, это не просто планшет, это действительно планшетный компьютер. Многофункциональное устройство, которое сочетает в себе сразу много разных устройств. Итак, давайте смотреть, давайте разбираться прямо сейчас. Покажите, пожалуйста, как у нас тут все происходит, что мы тут делаем. Хочу показать, как можно общаться. Друзья, можно общаться абсолютно бесплатно с людьми, которые находятся на колоссально большом расстоянии от вас с помощью этого планшетного компьютера бесплатно, если вы подключились к Wi-Fi роутеру. Отправляю сообщение, просто пишу «Привет». Отправляю его прямо сейчас, и надо посмотреть, за сколько это сообщение долетит. Все, пожалуйста, отправил, долетело, все нормально, все на месте. Давайте теперь фотографию отправлю, какую-нибудь фотографию. Кстати, это же еще и фото, и видеокамера, друзья мои. Давайте попытаемся сделать фотографию. Попробуем, да? Как вам такое качество изображения? Мне лично нравится такая картинка, мне лично нравится такое качество изображения, друзья мои. Звоните и заказывайте, и прямо сейчас вот эту самую фотографию я отправлю на второй планшетный компьютер. Итак, друзья, отправляю сейчас фотографию на наш второй планшетный компьютер. За сколько она долетит? Вот сейчас она загружается сюда, а потом только отправится на этот компьютер. Кстати, уже здесь 1, 2, 3, ну, секунд 5, я думаю, не больше. И вот фотография уже на месте. Можно, пожалуйста, показать вам, насколько здесь высокое качество изображения. Итак, это и телевизор, это и средство для общения, это и ваша электронная книга, друзья. Это многофункциональное устройство, это и навигатор, и телефон. Можно буквально взять этот планшетный компьютер, приложить к уху и разговаривать, потому что здесь, друзья мои, есть динамик, есть микрофон, то есть нам не нужны никакие дополнительные средства, какие-нибудь гарнитуры или еще что-нибудь. Итак, многофункциональное устройство. К нему можно подключать USB-флешку и смотреть фильмы прямо с USB-флешки, не скачивая их на компьютер. Это достойная вещь. И не забывайте про подарок во время прямого эфира.